Всем привет! Меня зовут Максим Кучин, и сегодня я вам хочу рассказать про такую технологию, как Jetpack Compose, и готова ли она вообще в продакшн, потому как сейчас она в состоянии бета, и Google обещает выпустить ее в этом месяце. Также важное замечание, что этот доклад будет в основном про то, как про видение, что изменится на дороге, как оно поменяется. Давайте сначала вспомним, как мы сейчас вообще пишем это. Ну, такой пример простой. Hello World. То есть у нас вот есть какая-то текст. У нее есть ID-шник, чтобы ее вообще найти. Также обязательные параметры layout width A and layout A. Также я добавил text appearance, чтобы немножко красивее было. И также мы добавляем activity или фрагмент, для удобства activity. То есть у нас здесь latent text view. Потом мы эту text view находим через find view by id и делаем у нее, меняем текст. То есть и в итоге получается вот так. В принципе, вроде ничего, но find view by id — это фигня. То есть вообще, давайте вспомним. Вот find view by id, я думаю, что никто сейчас не пользуется. Какие есть варианты вообще? У Kotlin есть прибинды, он сам по ID-шнику ищет, и можно к вьюшке обращаться по ID-шнику напрямую. Kotlin X Synthetic. Да. Но это уже deprecated. А, уже? Ну, уже полгода. Так, еще. Биндинг. Различные. Data view. Да. Еще какой один вариант был, но уже deprecated. Butterknife вроде был в библиотеке. Да, все верно. То есть вот эти три библиотеки. Ну как? Две из них уже нету. Google рекомендует viewbinding, хотя когда-то был databinding. Ну, в общем, ладно. Это не так уж теперь и важно будет. Также важная штука, что вообще такое есть, что Android View — это все объекты, то есть мы какой-то описываем объект, мы пишем, мы не пишем, что хотим показать какой-то текст, в данном случае мы прям точно указываем конкретное название атрибутов, вот, и делаем их set, то есть получается все те данные становятся их состоянием. И вот выходит так, что view может вести себя по-разному, в зависимости от ее состояния. Также давайте сыграем с вами в одну игру. Вот какой layout вы бы выбрали оптимальный для какого-то экрана? Какого-то вот. Легкого, сложного. Ну вообще самый легкий же это frame layout. Ну да. Если какой-то абстрактный экран, который мог быть угодно, я бы constraint layout выбрал. Ну, в общем, да, правильно, но где-то и нет. Красава. Выбирать по тому, что вам надо. А когда мне надо релейтер? Хороший вопрос. Когда тебе надо что-то сложное. Никогда. Ну да, или никогда. Есть constraint. То есть, получается, здесь приходится думать о том, что отрисовка, вот, чтобы было 60 FPS и больше, про вложенность, которая влияет на производительность, и это проблема. Также давайте вспомним, как делаются списки в Android сейчас. То есть, вот начинается все с CycleView, и что дальше? Вот. Начинайте писать CycleView и... Адаптер. Фрагментом. Холдер. Ты издалека пошел. Так. Холдер я слышал. Да, все верно. По best practices еще нужен дефутил.
И XML еще много. Еще лоялт менеджер, потому что без него не заработает. Ну и. Декоратор еще. Это анимейтер. Как бы много чего приходится думать, и новичок приходит в разработку такой. Пойду писать на Flutter'е. Давайте выделим такие особенности Android U. То есть это не такие не недостатки и не преимущества, потому что система придумалась 11 лет назад. Тогда думали по-другому. То есть у нас есть два языка, XML и Java Kotlin, и это все разное. Также Vue хранит параметры, и нам приходится там set писать, тоже в атрибуты тоже лезть. Также есть зависимость от платформы, то есть у вас на Android 5 этого может и не быть, а на Android 10 уже вот появилось. Также высокая сложность создания кастомных вьюшек. И вот то, что вы меняете, вот делаете set, то это идет все в главном потоке. Ну и также такой особенность, что класс view Java там 30 тысяч строк. Это как бы ой-ой. Там, наверное, в Гугле целый отдельный отдел view. Ну и, собственно, как бы современная разработка, смотришь на Flutter и такой, ой, хочу. Ну и Google сделали, все, услышали молитвы, Jetpack Compose представили в 2019 году. И давайте вспомним тот пример Hello World, который был на XML, и как он выглядит сейчас. Как бы вот и все, что есть. То есть у нас есть Activity, про фрагменты я чуть больше дальше расскажу. Вот у нас есть setContent как точка входа. MyApplicationTheme — это тема, которая тоже описывается теперь не в XML, а Kotlin кодом. Surface — это такая поверхность, в которой мы можем цвет задать. Ну и, собственно, вызываем вот эту функцию greeting. И в ней уже задаем текст и стиль. Собственно, и получается точно так же. Вроде бы никаких отличий. Давайте немножечко пройдемся по концепциям Jetpack Compose. Декларативно. Описывается только результат. Ну, то есть, например, вообще как из жизни такой пример. Императивный подход — это вот вы идете в кухню, открываете холодильник, берете яйца, закрываете холодильник. Яйца выкладываете на сковороду, жарите 5 минут и выкладываете это на тарелку. Вот, яичница готова. В декларативном стиле вы просто говорите: я хочу яичницу. Все. То есть это прям такое главное отличие. Ну и, собственно, Flutter тоже поддерживается такой идеологией. Также единый стиль, единый язык для логики и UI теперь. Kotlin. И из этого вытекает преимущество, что можно использовать фишки Kotlin вплоть до корутин. Также не зависит от платформы, но тут важная оговорка, что Compose работает только на Android 5 и выше. Но если синхронное построение UI, например, у вас есть snackbar, и он вызывается асинхронно. И там с этим надо немножечко учитывать. Так, давайте вспомним, как делали списки в Андроиде. Там вспоминаете эту схему, что там много чего надо продумать. Собственно, вот и все, что пишется в Compose для списков. То есть у нас есть lazy column или row, в зависимости от того, что вам надо. В нем вот есть тело items. В items есть поле items. Да, тут повтор, но, в общем, сюда прикидывается список. То есть вот этот characters — это и есть список.
key не обязательный параметр, но он помогает LazyColon более эффективно работать. То есть это такой аналог diffutils из RecycleView. Ну и в Lambda уже непосредственно объект. То есть здесь отдельная функция composable character list item, тогда уже отдельный персонаж и callback. Также давайте пройдемся таким небольшим лайфхаком и best practices. Как я и говорил, надо помнить про то, что у нас теперь асинхронность, тот же snackbar вызывать приходится из в отдельной корутине. Также, как вы помните, то вот если вы посмотрите на list item, то у него есть вот какой-то предмет туда, в эту функцию прокидываем, и callback. Это позволяет более гибким делать интерфейс, то есть не хардкордить, и переиспользовать этот объект дальше в другом месте. Еще давайте расскажу про то, как вообще делается навигация немножечко, сколько там есть особенности тоже. А именно, ну, то, что факт, что там... Немножко крупнее, крупнее да. Сейчас документация нужна. Здесь тоже крупнее сделать. Собственно, как оно описывается, это у нас есть адрес, скажем так, вот, ну как вот у вас в адресной строке браузера, так и тут. И такая точка входа вообще в приложении, это вот Navigation Controller. То есть вот если мы хотим сделать навигацию откуда-то, мы должны этот NavController еще и прокидывать в функцию, что не очень. Напишем. У нас здесь main activity мы пишем. Вот, а можешь шрифт сделать крупнее? Трансляцию плохо видно. Нет. Угу. Лучше всего презентейшн мог попробовать. Там слишком крупно было. Это вроде только в самом интерфейсе поменять, да. Надо в editor фон зайти. Возможно, в теме установлено еще. Да, прикол интеллекта. Слишком крупно, но нормально. Что понять не будет. Ну, трансляция... Слишком. Да, не слишком. Так, то есть вот у нас NavController, и у нас есть какая-то еще функция, ну, к примеру, просто отдельная. Чтобы там выполнить навигацию, то нам в функцию как параметр нужен этот NavController. Мне это, если честно, не нравится, то есть такой метод, обходной метод, и делать навигацию через ViewModel. Есть навигация, есть некий интерфейс навигатора, в котором у нас есть функция navigate up, это навигация назад,
и, собственно, навигация куда-то. Launch single top означает то, что composable функция, то есть текущий destination, может быть только один в backstack. Не единого больше. Также есть, собственно, event, который как бы тоже описывает это. И самое важное, есть destination, который мы потом вот реализуем, когда описываем какой-то экран. То есть у нас есть какой-то экран, и мы берем еще вот этот интерфейс реализован. Root, собственно, как в браузере, и аргументы. Но имплементация это простой. То есть у нас channel, который потом как flow идет в main activity. И также функция. А уже в самой main activity мы коллектим вот этот flow destinations. И уже, то есть мы в view модели нажали, что вот там впереди на экран B. Это отправилось в main activity. И там уже выполняется действие по навигации. То есть, собственно, вот здесь. И нам не приходится вот так писать. То есть тут достаточно будет прописать view-модель. Она у вас там наверняка будет. Это даже удобнее выходит. Также мне не очень понравилось, как Google сделали с bottom navigation. Ну, оно как-то... Вроде бы идея хорошая, понятно, но... Не хватает чуть-чуть гибкости. Поэтому seeded класс так и остался. То есть там в нем путь, описание, то есть bottom navigation item, иконка. Ну, я еще добавил selector icon. Когда выбираешь иконку, уже в этом destination находишься, то она другого цвета заполняется. Также у меня вставку root, что это рутовый элемент. И еще важная штука, что есть такой extension, как current button item state. То есть у меня вот в данном случае три button item, и я каждый смотрю, делаю навигацию и смотрю, а нахожусь ли я в navigation graph этого bottom item. Ну и, собственно, навигация тоже. Каждый вот этот bottom item, он это отдельный navigation graph. Nested navigation graph. И в котором уже дописываются другие composable функции, которые нужны именно в этом графе. Предлагали сделать. Ну, у них оно все без nested navigation, все в одном. Да. Тебе не было удобнее, если бы с Mirror сделал? Ну, я думаю, что неудобнее было. То есть вот у них на хост, и у них вот все composable функции просто в куче лежат. И там есть такой небольшой баг, что когда переходишь, ну вот у тебя bottom navigation, да, список, ты переходишь на детальные какие-то данные, и у тебя не подсвечивается, допустим, вот этот bottom navigation item. Думаешь, что как будто ты находишься не в этом графе. Списком прошлись. Теперь что вообще по будущему? Сейчас Compose Android, теперь десктоп есть, который пока что в такой ранней очень бете. И веб вообще, который в технической альфе. Я видел, что на Compose сделали экстеншн для Chrome. Прям интересно было.
Ну там просто интерфейс показывался небольшой, то есть кнопка. Compose. А это Compose от Android? Это уже JetBrain. Да, то есть у JetBrains есть собственная версия. Десктоп и веб они уже развивают. Про iOS пока что говорить рано. То есть там пока что это все переделывается в мультиплатформа под это. И вроде как будет. Надеемся. Что там по производительности вообще? Производительность, конечно же, выше. Ну, не прям так, чтобы сильно. То есть за счет чего? За счет того, что не нужно парсить каждый раз XML. Это тратится ресурсы. Тут уже сразу код написано. И также еще есть оптимизация кода. То есть так как это Kotlin, то мы можем уменьшить размер приложения. И да, собственно и все. Ну и также, да, синхронность и многопоточность. Да, как изменится Android-разработка? Эксперимент отпадает, он больше не нужен. То есть, его идея была в том, чтобы как-то разделить элементы. Ну, как бы Compose это решает. У нас есть только main activity, по сути, single activity приложение, ничего больше не надо. Вот такое тоже прям очень холиварное немножечко, наверное. Что V-модель тоже не нужна, но под знаком вопроса, потому что это об этом рано говорить. То есть Compose, он решает все сам. Например, если в Activity прописать вот эту кучу строк, которые делают так, что Activity не пересоздается каждый раз, когда выполняются вот эти условия. То есть, например, когда вы меняете тему на устройстве, то есть там темное или светлое, то Activity пересоздается. Но с помощью такой штуки она не пересоздается. Но при этом Compose сам решает, какая тема будет использоваться. То есть теперь как бы, да, он совершает сам. И получается, если в нем еще есть remember функции, которые тоже хранят состояние. То есть, по идее, как бы, да, и V-модель зачем она. То есть функции можно и в состоянии, и в самой Composable. Также, если какие-то есть проблемы, то есть, например, System UI менять, то есть та же темная тема, то для этого там есть отдельная библиотека, то есть Composable тоже можно себе взять. Локали есть тоже библиотека, но это уже сторонняя, и там пока что еще рано об этом говорить. Там на Kotlin все, то есть XML даже вообще не нужен. Также dimensions тоже вынесены в Kotlin, цвета, темы, все там. Ну и также замечено, что Google готовились к Compose, делали декомпозицию. То есть раньше вы, как вот допустим, Activity Result API сейчас появился. Раньше нам приходилось в Activity или в фрагменте он ждал от Activity писать, там он ждал. Также там было на счет пермишенов то же самое. Это был цельный отдельный override. Ну и также с остальными библиотеками. То есть все отдельно теперь. И это все Jetpack. Это тоже все независимо теперь от Android. И поставляется отдельно. Да, вот. Какие есть библиотеки уже? Jetpack с поддержкой Compose, это вот навигация, Activity, тут, потому что вот тот же set-контент, который вы видели, как стартовая точка, это вот именно оттуда. Paging 3, вторая не поддерживается. V-модель. Hilt, но можно даже там немножечко Dagger заиспользовать, то есть тоже есть вариант. Потому что Hilt, ну, не очень пока что. Material, конечно же, Material U в планах, также Where, то есть вот сейчас Google представили на последнем Google I/O Where OS новую,
и уже заявлено, что там будет поддержка Compose. Те же виджеты из Android 12, они тоже будут поддерживать уже Compose. Теперь XML не нужны. Да, также есть такие библиотеки, как вспомогательные от самого Гугла. То есть, например, это Insets, который позволяет делать edge-to-edge, например, экраны и какие-то экшены тоже брать на себя. Там тот же, вот я говорил, System UI Controller тоже можно менять. И как бы, теперь, да, действительно, Activity можно делать, ту большую строку прописывать. Pager. Также вот есть поддержка с табами. Placeholder. Надеюсь, что видно будет. Но, в общем, когда вы в некоторые приложения заходите, там пока еще подгружаются данные, и такой эффект есть шиммера. Это из коробки Google? Ну, ты подключаешь библиотеку, и вот оно. Google. Также немножечко такой статистики, метрик. Есть приложение TV, оно есть в репозитории Compose Samples от самого Google. И вот человек написал, что у него до Compose какой размер приложения был и после Compose. То есть вот как раз на релиз кандидат 1. Довольно сильно сократился размер. Также количество методов уменьшено. Значительно. Значительно уменьшено, ну так. Хорошо снижено количество строк кода, что тоже хорошо. То есть вот как раз вот эти все set-методы, которые были, они вот как раз отпали, и даже вот Kotlin кода меньше стало. Ну и такая важная штука, build time, тоже сокращается. Я думаю, что это все заметят. Ну, также, конечно же, есть недостатки, скорее недоработки на данный момент. Идет привязка к версии Kotlin, то есть, например, у меня там есть, выходили каждые беты новые композы, и они привязывались к какой-то версии Kotlin. Выходила новая версия Kotlin, и я ее использовать не мог. Он просто не билдилась вообще. Также не все виджеты есть в Compose, то есть что-то придется самому рисовать. Ну, учитывая, что это не Custom View, то гораздо легче. Также не является нативным, хотя Google пишет, что это нативный UI, но по сути он использует тот же подход, что и Flutter, тот же движок Skia. Ну как бы и не хорошо, и не плохо, это лишь особенность. Также вот, по производительности Lazy Speed View, ну все же Recycle View его сколько лет оптимизировали, сколько туда влито ресурсов, ну, дождемся и Lazy Speed станут быстрее, надеюсь. А также есть такая функция, как Preview, вы делаете в самой Android Studio. То есть вы делаете какой-то компонент, и не надо даже запускать его на устройстве, вам сразу отрисовывается вот в Android Studio, но только если у вас есть зависимость в ViewModel, оно не будет работать. То есть там, в конструктор пишете ViewModel, и оттуда данные берете, то не будет работать. Ну и Minimal SDK 21, то есть Android 5, ну не знаю, даже минус или плюс. Наверное, плюс. Ну, да, плюс. А какие? Ну, просто есть особенность, что кто-то, может, все еще сидит на Android там, 4 какой-то версии, и они не собираются отказываться. Макс, а каких виджетов не хватает? А, ну, вот, допустим, сейчас есть Item, он до сих пор в Experimental. Есть, например, навигация, вот, кстати. Навигация не поддерживает сейчас анимации. То есть у вас у тебя переход между именно navigation компонентами, они без анимации. Но сейчас вот библиотека навигации версии 2.4.0 альфа 4, в ней уже внутри появились методы, которые позволяют это сделать, но они недоступны публично. То есть
вполне возможно, что к релизу это уже успеет. Ну, как я говорил, используем сейчас один язык для всего. Это удобно. Карутина. Куда уж без них. Не стоит заботиться о вложности, потому что Compose сам решает, что перерисовывать. То есть у него есть дерево виджетов. И если какое-то меняется, то он меняет не все дерево, а только лишь какой-то определенный элемент. Ну, возможность оптимизации кода. То есть, как мы и видели, там вот размер приложения уменьшался. Вне зависимости от версии Android. То, что бывало, что я видел, какая-то фича работала на Android там, 10, а на Android 5 не было видно. И это именно касалось UI. Ну и обратная совместимость. Вы можете Composable использовать в фрагментах, прям в XML. И XML использовать в... Точнее, даже не так, а view элементы использовать в Compose. То есть, например, камера, карты, они... Это тоже WebView даже. Вот, они не скоро сделаются в Compose. Поэтому пока что вот так. Ну да. То есть, что вот такой вначале был список, и что Compose так, покрывает. Почти все. Ну, много кода в view, оно так и останется. Как бы с этим мы будем жить. Ну, да. Как бы отвечая на вопрос, вообще, готов ли к продакшену? Вообще-то да, но нет. Потому что надо с этим поосторожнее быть. Все же есть недоработки, есть какие-то баги, и каждый, допустим, когда беты были, выходила новая бета, и она сломана. Что-то в ней досломали. Сейчас, например, Android Studio Canary, не Canary, а бета 5. И Compose версии 1, версии 2, версии кандидат 2. И там есть такая проблема, что превью не поддерживается. То есть там сделали кое-какие изменения в библиотеке Compose, и вот оно отвалилось. Так что придется ждать релиз кандидата студии или использовать там небольшой хак, используя старые библиотеки Compose некоторые из беты. И, нет, все. Давайте ваши вопросы. Неужели вопросов нет? Есть. Ну ладно, давай. Надо их. Давай. Вопрос вот. Часто говорил, там вот превью не работает, да, у нас, в принципе, сейчас нет этого превью в стебе Android Studio, да, и при этом это превью, оно все равно билдит проект, и получается проще уже тогда и на девайс билдить, и все будет работать, то есть это, мне кажется, ну, это да, такое. Я согласен. Это как такая небольшая фича, можно побаловаться, но по факту от нее особо пользы пока нет. Михаил, я что-то слышал, что, короче, они хотят композы, чтобы он научился перевести и составлять без билда. Может, я, конечно, мне это приснилось, но мне кажется, что это хочется слышать. Он может делать частичный билд. Более того, превью ты можешь создавать несколько для одной Compose функции и экспериментировать с разным количеством вьюшек, как бы разное состояние выглядит твое превью. Типа не запускай. Разные темы сразу же можешь смотреть. Разные темы, разные мнения. UI-превью тестирования. Redmi, да, для файлов. Нет, UI-превью тестирования. То есть ты написал какую-то функцию и думаешь, а как она будет выглядеть в таком состоянии? И в Android ты бы перевью его и прокликивал каждый из этих состояний. А здесь ты можешь все посмотреть. Несколько функций превью с разными элементами. Ну, то, что есть несколько превью, это, конечно, хорошо. Ну, то, что он каждый раз бьет, мне не нравится. Ну, может, это пока, но вообще, если так заметил, что... Во время альфа, конечно, очень долго билд делать. И мне реально быстрее было запустить это все на смартфоне. То есть по кабель, по USB 2 устанавливалось быстрее. Есть такая фича, что ты можешь запускать конкретные превьюхи на телефоне, да? Вроде? Ну да, это позже уже появилось. Но сейчас все равно билды быстрее стали, и превью тоже быстрее работать стало. Еще надо понимать, что для того, чтобы работала Compose функция, не обязательно тебе нужно скомпилировать весь проект. Да. Когда собираешь на телефон, тебе нужно, чтобы весь проект собрал. А что будет компилировать? Модуль компилит, который... Да.
Ну, если нет мапа зависимости, зачем? Зачем тебе компилировать все модули, если у тебя нет файла достаточно? Или могут быть. Все модули прокидывают тогда. Если у тебя все. У тебя есть какой-то модуль, да? Многомодульная архитектура. У тебя есть какой-то один модуль. У этого модуля есть какие-то зависимости. Mm-hmm. Чтобы собрать весь проект, тебе нужно собрать все модули и убедиться, что они все заработали. Ну, это дофига. Mm-hmm. Не знаю, там 200 модулей, тебе нужно все их собрать. А если у тебя компост-функция вот внутри одного модуля, и этот модуль зависит от common модулей только, тебе нужно собрать этот модуль и common модуль. Понятно. 20 модулей. И ради прививки все равно. Не знаю. Я думаю, что с этим сделаем. Смотри, типа без бута можно вам же. А как ты все проверишь состояние? Я что, только одно состояние. Ну, нормально, в принципе. Зато делай сюда. В любом случае, без тут будешь. У меня есть вопрос. Можно я, пока от этой темы не отошли, вот как спрошу и мысль. То есть, ну вот интересно сейчас с Flutter и iOS, на самом деле, с моей позиции. Интересно еще про них не забывай. Получается, во Flutter у нас есть hot reload, который позволяет нам нажать кнопочку и через секунду увидеть обновленный UI, при этом мы можем там на кнопочке кликать, и какая-то логика будет подтягиваться. Да? То есть мы, получается, в этот момент делаем hot reload как UI, так и бизнес-логики. В iOS, вот, по-моему, там есть Playground, и там они сейчас завозят для Swift UI, вот, похоже, что у них абсолютно точно так же, как ты говоришь про Compose, что типа можно конкретную функцию зарендерить, то, по сути, бизнес-логика не подтягивается, правильно? То есть там каких-то взаимодействий, если у меня с чем-то есть, там, сервером, например, я буду кнопочку жать, она не будет работать, по сути. Или будет, или как? Тут есть но. Если через vModel, нет. Если использовать remember функции, да. Подожди, то есть ты на бэкэнд можешь ходить? На бэкэнд не знаю насчет, но... Слушайте, я всегда привык к вам данные мультиверсы в бэкэнд. Но если там какая-то вот... Что за remember функция, можешь... Ну, это работает. В общем, прописывается в самой composable функции состояние. Сюда пишется remember, mutable state, там какой-нибудь, и данные, там, например, булевое значение или какой-то лист, что-то в таком духе. Звучит как заклинание. А можешь в коде прям показать сейчас? А можно я где-нибудь нарисую? Нет. Смотри, Макс, а если я, короче, возьму в композе функции, прямо вот в обычной функции, сделаю, короче, запрос на бэк, получу данные и адресую их в списке, они в привычке покажутся? Вообще, я старался обходить такой момент, что на бэкэнд ходить из композа по функции. Ну, вряд ли я бы это стал в реальной жизни, да, делать? Ну, вот там-то и делал. Ради эксперимента я попробовал. Вот, это прям интересно будет. Смотрим. Тем более, если там заявлял, и модель не нужна. Да. Ну, вообще, да. Нет. Пока что без нее никуда не уйдешь. Все же, как-то хочется все же разделять логику и не представление. Что ж тогда? Вообще, я видел, что люди делали так. То есть я читал статьи, и там пишут прям вот, что все эти репозитории и там fetch data. Что, правда, может регистрировать данных? Ну вот насчет превью я не видел, чтобы они... Мало кто использует превью, вот так скажем. А там что, один данный? Да. Мне был вопрос по поводу фрагментов. Ты сказал, что фрагменты не нужны. Ну, если с нуля проект делать, тогда да. А как... Ну, предположим, мне... ...там, где я смогу залайкать и... Ну и все, просто залайкать. И вторая фича — это конкретный элемент этого списка, я могу редактировать. Как разделять сущности, бизнес-сущности для этих модулей? Ну, типа, если фрагментов, понятно, у меня один фрагмент, который в моделька, который отображает весь список, предвещает весь список и так далее, и я могу лайкать. А второй фрагмент, в нем есть моделька, в которой есть логика, предположим, моделька, в которой есть логика, которая инкапсулирует работу
редактирование. А если без фрагментов, то как? Ну, просто так же две модели. И на каждую композу. И они обе будут одновременно всегда живые. Вот это типа фрагмент, он ограничивал с обе модели. Они привязываются к. Composable ограничивается по навигации. То есть вот, у меня, например, видел отдельный Nested Navigation Graph, и вот он в нем и хранится. То есть пока. Ну и он вообще Composable еще оттачится к ближайшему lifecycle элементу. То есть если фрагмент будет, ну, внутри фрагмента сидим. Ну, а если то это будет фрагмент, а если будет activity, то activity. Да. Если не используешь фрагмент, то всегда будет activity, и получается, и модель будет всегда сдаваться с ордером activity. Если ты вот как Google использует, то есть просто тупо в одну фигню скидывали в закуп, то тогда да. А так, если у тебя отдельные NAV-графы есть, то есть, то он привязывается к NAV-графу. То есть, получается, на каждый вложенный экран будет свой NAV-граф, nested NAV-граф, который на самом деле nested destination, и ее моделька будет прицеплена к этому nested NAV-графу. Ну, по идее, да. Дальше, конечно. Выглядит пока ничего не лично. Мне кажется, в принципе, нормальная тема использует фрагменты с композом. Не тоже. Я против. Ненавидишь фрагменты? Но... Мне кажется, фрагменты — это то, что Google до конца сам не понял, что такое. У фрагмента есть беда, что... Жизненный цикл фрагментов называется. Да. А здесь мне нужно следить за ним. Тут композ очень много берет на себя. Для фрагментов тоже есть там всякие типа set-контент там и фигачишь композ, да? Да. Ты прям в XML можешь какой-то отдельный, вот у тебя там есть элементы. В XML написано, а ты отдельный какой-то элемент сделать можешь в Compose View. Чувак делал чисто список на нем. Есть крутая статейка про то, как работает Jetpack Compose под капотом. И remember функции, вот это вот все. Во-первых, что такое compose функция? Мы в коде помечаем ее просто аннотацией compose. На самом деле она компилируется не совсем, ну и она ничего не возвращает по коду. Но компилируется она не так. Она возвращает что-то типа suspend compose объекта, который потом применяется. Что-то типа такого. И, по сути, мы рендерим стейт. Вот это вот все, наш стейт. Каждый раз, когда стейт меняется, мы проверяем, поменялся ли этот элемент, этот элемент, этот элемент, этот. Если ничего не поменялось, ничего не будет перерендериваться. Ну, И remember функция как раз за это отвечает. То есть, если у нас внутри модуля, мы можем здесь посмотреть, он будет состоять из нескольких четырехугольничков. Если remember функцию написать на один из них, и мы решим, что state, который относится к этому, изменился, к этой вьюхе, мы посмотрим здесь, что здесь написано remember функция, и мы не будем перерисовывать этот элемент, потому что нужно заремонтировать. То есть опять рендерится только новое. Скинь статью. Да. И в комментарии закрепим в посте, в группе. Много и презентацию, кстати, Макса туда же выложим в группу ВКонтакте GDG Омск. Вообще есть remember, и есть remember saveable еще. То есть бандл, да, сохранять? Да. Да? Но он это saveable переживает activity. Ну, изменение состояния. Я видел, как чуваки в remember запихивали работу с камерой. Да. Думаю, они хотя же чопов, наверное, видят. Да. Во Flutter есть remember? Аналог. Во Flutter ты можешь вынести в поле просто. Там стейк. Там отдельно со стейк, когда работаешь. Без всяких remember. Ну, возвращаясь к моему вопросу, выглядит так, что Flutter больше умеет. Почему Android не может приблизиться на 100%? Вроде весь...
Потому что state сохраняет полностью с hot reload'ом. А, потому что в Flutter это же Dart. Два разных вида сборки. В дебаг сборки, понятно, там вся эта магия. Ну, блин, сделайте в Kotlin такую же магию в дебаг режиме. Рано или поздно сделают. Это все капец. Ну, в Flutter hot reload работает на том, что Flutter типа не компилируется, когда ты hot reload делаешь заново, а просто транслируешь. Ну, вообще hot reload есть и в Compose, но немного такой... Типа там проект билдинса, но стоит у тебя сохранить. Там вообще не надо билдить. Например, что у нас там? Deep, integer, строки, они могут изменяться прям вот без перекомпиляции. Но если вы какой-то там делаете отдельный виджет, ну, то нет, это уже билдите. Или какое-то состояние тоже меняете там у виджетов, тоже надо билдить. Вообще, мне кажется, для Android, типа, да, потому что он код постоянно компилируется, типа, оптимальный вариант это иметь какой-то дебаг меню, где ты можешь менять стейт, например, типа такого. И смотреть, что будет. Ну, менять код прям, я не думаю, что это какой-то ближайшее будущее. Ну вот как Макс говорит, что ты можешь какие-то поля менять, типа, стейта. Прям в рантайме и смотреть. То есть у тебя там кнопка со строкой, там, привет, а ты пишешь пока. И оно сразу же меняется и ничего вообще не делаешь. А, кстати, как работает Instant Run? Compose? Пока не могу ответить на вопрос, вообще даже не делал. Они друг друга начинают уничтожать. Да. Такого след. Ну, по идее, уже там просто должен попытаться рекреировать Activity. Текущее. Ощущение, что он вообще даже не рекреатит. Ну, тему вот он меняет, когда на темную или светлую. Не меняет. Activity не меняется. То есть там. Сейчас. У нас вот есть тема. Даже вот этот вот. Вау. Как-то смотрит сам вот этот вот систем, да, team. Так где вызывается compose функция от этого сверху, который... И... Так дело в том, что я сам могу где-то у себя вызвать тоже, ту же самую вот этот систем, да, command, и все, и переделать. Ну да. И тогда не будет переживаться. У меня еще пара вопросов. Да, я думаю, можно вот затестить. Сейчас я сделал Activity как обычно. То есть она реагирует на все изменения. Включает темную тему. Но действительно все меняет. Хотя на самом деле здесь Surface, который должен менять цвет. Это вот под Hello Android. А все, что остальное, должно быть белым. Ну, то есть реально есть смысл и типа смена конфигурации просто блочить вот такой, да, манифест. Ну вот сейчас перебью быстро. Вообще вот это забавная, конечно, строчка, то, что в первой версии Android продвигали как то, что смотрите, config changes, вот это мы все будем там система делать, пересоздавать activity. И вот так вот в первой версии Android был просто увольнять такого человека, который вот такую строчку пишет сразу. А сейчас такие все. Нет, дело в том, что тут. Сейчас это правильно. Нет, тут не про длину строчку речь, а про то, что ты весь config changes перехватываешь. Ну, раньше это был bad practice, абсолютное зло. Строчку я вычитал на Kotlin Slack, и ее написал один из разоравов Гугла. Что, говорит, вот мы в Гугле так делаем, типа вообще по кайфу, да? Ну да, там прям так и написал. И вот можете использовать такую штуку. Вот он сначала скинул ссылку на документацию Android, а там не полностью все. И он в комментарии скинул вот этот длиннющий список. С Android 13 по умолчанию, короче, без конфликтей, проматывается. Ну.
Да, ну кто с Legacy живет, у тех вообще сейчас взрыв мозга. Я не понял, Макс, вот смотри, ты без того, что прописать сюда манифест, у тебя там все менялось, прикольно было. Сейчас ты добавил, сейчас только полный текст поменялся. Типа, в чем прикол был? В чем мы хотели добиться этим? В том, что Compose сам на себя все берет. Ну, я же только сейчас смотрю, скажем так, то, что Hello Android и то, что под ним. Mm-hmm. И больше я ничего не делаю. То есть мне, чтобы вот весь фон стал темным, мне надо просто растянуть на весь экран. Surface, все. Им нужно, чтобы весь его экран представлял из себя Compose функцию. И типа Compose умеет вот это все обрабатывать, да? Все вот эти вот штуки, которые там перечислил. По сути, да. Ну слушай, ну ты же просто заново вызываешь функцию, которая смотрит, а что там нового. Если что-то новое есть, то он перерисует. Если ничего нового нет, не перерисует. В принципе, нормально тогда. Ну да. Тиски ситуации не будет. Ну да. А Compose типа перехватит сам чейн. Он сам перехватит, вот он темно-темно взял, перехватил. Ну, конечно, для меня это выглядит очень приятно. Ну, он просто на себя... Ну, да, я как-то привык, что мы отдаем... Мой код. Какой-то да? Жить с конфиг-чейнджами, да, сейчас мы таки говорим, что все. Compose. Мне кажется, там есть какие-то нюансы по работе с этим. То есть... Это то, почему как раз две модели не нужны, да? Типа, а мне надо ничего хранить вне жизненного цикла, да, Activity, да. Получается. Она же просто не перестановится, поэтому... Слушай, ну у тебя нет гарантии, что она не будет пересоздаваться. Если ты не свернешь приложение, не развернешь. Да, систему я все равно убить можно. Ну да. А мне-то для флажка типа не убивать, да? Может потом появится. Может быть через Remember State можно что-то сделать? Через Remember, да. То есть Saveable, да, замечательно? Как он называется? Remember Saveable? Так ты через него? Да. Остается что? Ну, потому что это не распределяющий. Это mutable state как раз есть. Ну, да, Google писали, что мы в ее модельке пишите, потому что вам так будет привычнее, но да. Так как это compose функции, вот эти есть remember, которые также сохраняют state, то в принципе вам в ее модели больше не нужны. Вот. То есть мы привыкли одним подходом писать разделение какие-то слои, а тут опять эти функции, Compose, опять все по-новому. Там фрагменты выпиливаем, view-модели выпиливаем. Все там XML-ки не нужны, это не надо. Хендлинг теперь все тоже по-другому, вот этих переворотов. И, в общем, опять какая-то новая парадигма идет. И все по-новому хотят, чтобы мы писали. Вот. Я думаю, еще через там... год скажет, а давайте теперь будем на редюсерах все делать, вот у нас своя мультиплатформа, ну, там вообще на редюсерах классно, и уже начали. Так, да, можно вот вопрос? Да. Может, ты уже отвечал? Ну вот есть UI уровень, да, есть в целом уровень, как по архитектуру строим, и вот всегда там есть такие темы, типа, ну, я имею в виду там Redux, блок, вот Flutter и том же, да, там еще какие-то там архитектуры расплодились. И как-то ну, народ в целом уже про это думает и пытается понять, да. Ты вот сказал, что view-модели сейчас все размышляют, как-то использовать или нет. В целом, вот, если проект сейчас на композе начинать с нуля, что является дефолтной рекомендацией в плане вот подхода, да, то есть как вот не только UI строить, а в целом всю архитектуру. Ну, или ты бы сам лично что для своего проекта использовал? Я бы использовал Угу. Он как раз вот со стейтами связан. Ты это из коробки прям или ты какую-то либо подключал? Не, без библиотек, то есть. Если бы ты модель делал, там бы типа делал flow со стейтами. Ну да, flow делал. Ну, view-модель была бы у тебя просто класс. То есть он бы назывался view-модель. Ну, да. Но... был бы от view-модели, которая... Это не та голубая архитектурная view-модель, это просто там классы, условно, твой хелпер, который что-то делает, просто он называется вот view-модель. То есть Google Architecture вот это ты бы не использовал? А если у меня, например, это, кажется? Ну, вообще есть библиотеки, ну как, такие помощники, которые переводят Rx в state. Да. То есть там есть compose, Connected State, и он же есть и для Rex, и для Flow. Ответьте на вопрос. На самом деле это называется, это не view модельки, то есть использовать
ViewModel как что-то, что реально реализует логику, учитывая то, что сейчас есть Kotlin мультиплатформа, не имеет большого смысла. И... Прям все? Прям все? Да все. Все мобильные разработчики. Такого. Может и вы. И десктоп. Вообще все человечество. Так вот, ViewModel как просто место, где можно хранить что-то, что отвечает за unidirectional data flow логику. Не знаю, там, store или... да, как угодно это называют. И если все это будет переживать все заключения жизненных циклов Android-компонентов, то можно и без его модели, если remember state работает, то хорошо. Кстати, для мультиплатформы я недавно нашел библиотека, есть Decompose. Мне кажется, она пытается реализовать логику. Логики и UI. На мультиплатформе. Ну и насколько эта вся тема сложная для новичков? То есть, опять же, по сравнению, вот Flutter, да, он чем хорош? Новичок залетает, в принципе, ну, да, там есть своя, конечно, как бы там, есть некоторые тоже дофига сложных вещей, но в целом новички приходят и фигачат, и могут делать работу, в том числе там студенты. А тут вот ты сегодня много страшных слов нарассказал, не возникает ли такого, что просто человек такой на это смотрит, такой, да ну нафиг, сейчас вот Activity сделаем по старинке, и вообще не будем в этот компос вваливаться, потому что, ну, наша команда, наши там джуниоры какие-нибудь, они вообще там умрут с этим совсем работать. Вот, это первый вопрос, да, насколько простая, как бы, кривая входа. А второй вопрос, насколько скорость разработки повышается по сравнению с стандартным подходом. Ну, опять же, сравнивая с Flutter, да, Flutter, скорость разработки, скорость релизного цикла, она по сравнению с классической разработкой на Android, она там в 40 раз быстрее. Вот этот подход, он реально что-то улучшает? Если да, то вот, ну, как бы, как вот в целом, что про это говорят и, ну, как бы, насколько быстрее можно делать итерацию? Так, ну, начнем с того, что новичкам, конечно, тяжеловато, в плане, что просто информации мало. Но, так как, ну, на предыдущем стеке там уже куча информации, за столько лет там, конечно, там что угодно найдешь. То тут приходится... какие-то альфа-версии библиотек используют, постоянно что-то меняется. Но сейчас, конечно, уже больше стабильности приходит. Я думаю, через полгода уже прям все подтянется, и остальные, то есть сторонние библиотеки уже тоже подтягиваются. Тот же Coil, например. Раньше он использовал... Coil это для чего? Это для показа изображений. Uh-huh. Вот, он раньше использовал там вспомогательную библиотеку, которую Google написали там, из списка тех, что были. Но сейчас я зовут деприкейтеры, потому что код сам уже может под себя. А правильно я понимаю, что Compose тебя форсит и закрутили? Ну да. Ну нет. Ну, ну типа, как ты туда React заведешь? Он под капотом использует корутины, это факт. А ничего не мешает тебе бизнес логику реализовать на RX, чтобы наружу у тебя... Не-не-не, там в смысле, там есть какие-то лаунж-эффект, типа, который там... Это все на уровне UI можешь оставить и все. Не, понимаю, в смысле, что UI, типа да. Тебе крутины в проекте нужны просто всегда. Да. User Compose. Там же уже отдельный поток. Это вот, remember crutine scope. Отдельный же опять. В Compose был именно функция. Новую крутину создать опять вот крутину. Что-то не ударит по доступности для новичков. То, что там тебе придется в любом случае корутины юзать для того, чтобы эффекты запускать в UI и что-то. Давайте новичков спросим. Вот, ребята, вы же на проекте. Так, получается, вот Стас, да? Ты же начал Product Hunt делать. И для тебя все это было новое. Вот что? Что тяжело, может быть, максимально, а что? Или вообще это все легкотня и залетаешь и фигачишь? Нет, это для меня было очень сложно. Потому что не было как такой информации, какие-то видеоролики есть, они уже устарели, и как бы не все подходит. Вот.
сложно было делать многопоточность и использовать всякие корутины, потому что я раньше с ними не работал, и вот эту связку тоже как бы не получалось. И, в принципе, опять же повторюсь, что информации не так много, и какие-то вещи, которые ты знаешь, как делать с вьюхами, здесь ты как-то уже сам придумываешь и можешь как бы придумать. Вот так вот. Mm-hmm. Скажу, что сложно поначалу. А через две недели? Через две недели привыкаешь, но все равно сложно. Но это на самом деле звучит плохо. Это очень плохо звучит. Ну, пока действительно информация мало. С точки зрения технического директора это звучит плохо. Это же не совсем правильно. Нужно сравнивать человека, который изучал вьюхи, и рядом с ним садить человека, который изучал компоуз, и сравнивать их, а не спрашивать у человека, который уже работал на вьюхах, как тебе изучать компоуз. Я думаю, реальность она ближе вот ко второму случаю. На самом деле, мне кажется, в долгосрочной перспективе через полгода реальность ближе к тому, что с корутинами проще, меньше шанс ошибиться новичкам, чем с рейсом. Почему? Допустить какую-то не убить что-то. Вот этот structured concurrency подход, который ты трактует, можешь использовать неправильный скоп, например. Ты можешь. Скорее всего, более вероятно то, что ты забудешь отписаться от какой-то корутины, у тебя все от какого-то рекс-потока, у тебя все сломается. А, кстати, как Compose, если я, например, хочу очистить какие-то ресурсы, типа, что мне делать? Disposable effect. А, вот как. Когда там вот отдельно подписываешь. И он еще форсит, чтобы он dispose использовал. А, понятно. Короче, как типа cancelable корутины. Да. Ну и вот здесь можно, кстати, корутины, например. Ну, а... Сейчас я закончу мысль про корутины для новичков в долгосрочной перспективе. Я уверен, что проще, потому что там менее вероятно можно выстрелить себе в ногу за счет structured concurrency. Максимум, что ты можешь делать, это, как сказал Даниил, это неправильный диспатчер использовать. Ну, типа, это... Ну, ты быстро это заметишь, как минимум. То же самое с Compose. С Compose, ну, у тебя есть не особенности API 21, особенности API 23, у тебя на одном инсерте работают так, на другом инсерте работают по-другому, и ты сидишь, думаешь, а как это все сделать? И если у тебя нет опыта с этим, скорее всего, первый раз ты допустишь ошибку и сделаешь на каком-то старом девайсе или на каком-то странном китайце так, что у тебя будет работать неожидаемо. А с Compose, ну, шанс этого крайне мал. Уровень знаний, который необходим для того, чтобы делать что-то на Compose, он, ну, и на корутинах меньше, чем на Rix и на Vue. Поэтому в долгосрочной перспективе, когда уйдет эта вся эпопея, что раньше было, ну, 3 месяца было так, а сейчас по-другому и разные подходы, ну, это уйдет, и это будет проще. Да, и тут самое главное, просто документации мало. Было бы ее как на Flutter, то не было проблем. Ну, когда бету выпустили, информации кучу выпустили. Было прям хоба. Да даже не документация, а вот просто, чтобы они поуступали где-нибудь на конфе и рассказали, как они видят, ну, да, типа, правильный способ использования Compose в современной разработке. Как, типа, строить архитектуру вокруг Compose, как еще что-то, чтобы какие-то примеры были. Почему спрашиваешь про архитектуру? Это не важно. Ну, типа про то, что нужны ли модели, вот эти вот вопросы, чтобы они как-то сами свою точку для них. Но Compose вообще же напрямую не отвечает на этот вопрос. Отвечает за представление. Он меняет способ построения. И, возможно, стоит как-то типа адаптироваться под это во всех слоях. Если у тебя API или еще что-то подобное, то... Ну смотри, Данил про что говорит? Про то, что с точки зрения Compose это вообще пофиг. Но с точки зрения разработчика, в котором это взрывает мозг, потому что это минимум старым подходом и притащить Compose. Было бы круто, если бы Google как-то или там какие-то Google эксперты, кто угодно, пришли бы, рассказали про то, что чуваки, вот есть такие-то варианты, плюсы-минусы такие-то, там вот грабли такие-то. Данил говорит про то, что этого не хватает. Это, и мне кажется, это валидный поинт. Да нет, ну, ребят, ссылочки, пожалуйста, в студию, если есть. Весь YouTube-канал. Весь Jetpack. Не, не пойдет. Он построен вокруг
архитектурных практик, которые советуют использовать Google. Ну там есть Google Architecture, который только что говорили, что теперь не нужен. Да, почему? V-модель. V-модельки нужны, и они диктуют, что они нужны. По-разному там. Почему? Говорят, нет. Я стараюсь читать хотя бы по диагонали все, что в последнее время попадает в инфополе. Я первый раз сегодня... Они говорят, типа... Ну, в твоем мире, короче, все хорошо, значит, тебе надо скинуть конкретные ссылочки ключевые, в которые тебе... Jetpack? Сайт Jetpack на Android? Не, надо более что-то конкретное. Есть, короче, Kotlin Stack. Надо что-то более конкретное. И там есть прям канал Compose, и там сидят разрабы Гугла, которые делают как раз Compose. Вот, хорошее, хорошее замечание. Максим, открой, пожалуйста, сайт Android. Открой, да, вот этот сайт, и открой этот Slack, ты же там сидишь. А как там Google говорит, использовать фрагменты или не использовать? Скинем, кстати, ссылку на ивент туда. Не Compose, а просто Jetpack. Для всей библиотеки. Ты список библиотек хочешь? Да, да, да. Ну, libraries. А вон там ниже они есть, по-моему. Вот и Jetpack, пожалуйста. Fundamentals, ниже. Вот, Camel Tutorial. Ты на это смотришь с позиции опытного человека, а вот если новичок, тут вообще сразу потеряется, я и непонятно, куда копать. Я недавно посадил изучать Jetpack Compose, сказал ему, сделай мне, пожалуйста. Он мне через 2 недели затащил 2 модельки, фрагмент, и нарисовал, ну, дофига всего. А, фрагмент вижу, да? Там да, фрагменты да. Google еще рекомендует пока. Ну, я только это слышал. Я не вижу, что, типа, не используйте фрагменты и не используйте V-модельки. В любом случае, нужно хоть что-то, что инкапсулирует вот как-то бизнес-логику в парадигме Jetpack, бизнес-логика V-модельки, после V-модели торчит какие-то данные, и эти данные отгружаются с помощью Jetpack Compose. Ну, вероятно, что от этого будет уходить, раз можно без фрагментов. Просто сейчас непонятно, к чему привязываться, нужно придумать и все. Я пока не вижу других путей, кроме использования фрагментов. Ну, пока да. Каких-то единичных бизнес-сущностей, которые единичных экранов хранилищ в бизнес-логике. Но это максимально простой путь. Тебе не нужно обрабатывать жизненные циклы, там еще что-то, ну, для UI. Но все равно. А этот чувак на Дефест приедет? Так что в моей голове для новичков это две модельки для того, чтобы писать бизнес-логику, там, ретрофит, ну, неважно, там, что-то network слой, румовская база данных, которая тоже есть в джетпаке, потом наружу торчит лайфдаты, а может там корутины, я не помню, что там, flow, что предлагает джетпак. И все это идет в Compose функции, которые представление делают. И по сути архитектура это то, что недавно кто-то где-то услышал мысль, что архитектура это на самом деле не то, а на самом деле это то, что ну, в Android разработке это то, что связывает слой бизнес-логики и представление. Так что я не согласен с тем, что здесь ну, непонятно, что делать. Но вот ситуацию с фрагментами, например, никто нигде не проясняет. Ну, смотри, по факту из присутствующих ты один, потому что все понятно, у всех остальных есть вопросы. Значит, то, что Макс показал, там если объективно смотреть, там был другой подход не так все просто. Типа, если ты используешь фрагменты, то, скорее всего, тебе просто старый подход к навигации использовать, да. Который был до этого. А там какой-то для Compose отдельный подход есть, навигационный. Ну, тут, видимо, раз Google предлагает какую-то специальную навигацию для Compose, они хотят отойти от фрагментов. Значит, там получается так, что есть документация Гугла, вот типа их рекомендация, а есть отдельные же их статьи, где они уже что-то другое рекомендуют. И при этом они хотят дальше куда-то двигаться, говорят, вот V-модели, не нужны фрагменты, не нужны, но при этом, если ты нажимаешь вот туториал общий, там это все надо. Где фрагменты нужны, где V-модели. Ну, видишь, мы так не сильно не подготовились, я думал, ты тоже там следишь. Ну вот хорошо, навигация вот уже есть, да, Макс? Вот прям у нас есть вот. Макс сделал приложение, там навигация, там нет фрагментов. Получается, если он сейчас захочет фрагменты добавить, надо все менять. При этом эту навигацию ты сделал, используешь что? Вот, и там есть Compose, угловый подход, да? Ну, навигацию делают. Ну, вот. И используют тоже Compose функции, а не фрагменты. И почему-то вот в навигации нет фрагментов. Ну, короче, такое вот, частично уже это холивар. Да. Предлагаю его в кулары перенести. Да.
А остались вопросы неотвеченные еще. Их много, наверное. Ну, давайте, наверное, во-первых, продолжим все обсуждение. Вот открою еще раз Slack. Вот, приглашаем всех вот в этот канал. Прямо сейчас заходите. Здесь обсуждаем, да? Да, обсуждаем там вместе с гуглерами. Я думаю, моя более продуктивная будет так. Нет, конечно, на английском. Чтобы попасть, чтобы надо заявку отослать. Ну, а что? Здесь... Ты попал. Это что-то сверхъестественное? Нет, вообще не. Просто почту пишешь. Будут проверять твою ID, там, это... Как бы... GitHub, да, там анализировать. Вот, короче, прям доставайте телефоны, заходите сюда, потому что, ну, реально, если что-то обсуждать, задавать вопросы, надо задавать вот в первоисточниках, вот, очень правильное место, на мой взгляд. Сколько, кстати, там народу всего вот в этом? Вот, 4,487. Интересно, сколько из Омска? Макс, ты там задавал вопрос? Да. А есть что? Покажи, как там отвечают, например. Или ты давно уже задал? Там Slack бесплатный, история удаляется. Блин, на Slack, да, нельзя написать себя? Mm-hmm. Можно же поиск. Просто интересно, насколько там активно тебе, например, отвечают. Ну, в зависимости от вопроса вообще. Там есть реакция, там, конечно, ну, типа... Там есть реакция с Никитой? Насколько холиварен вопрос, кстати, тоже. Ну, конечно, это все зависит от вопроса. Есть вопросы 47, тут вообще, конечно, сложные, на них срач. Никто не ответит. Есть вопросы тривиальные, холиварные, там будет срач 500 тысяч комментов. Типа чувак пытается MBI как-то там фигово сделать. Вон, видишь, он меньше ничего, как, да, сразу смотри, какое обсуждение. Вот смотри, какой эмоджи Котлина, классно. Да, да. Ну-ка, открой этот флоу-канал. Интересный вопрос. Там не особо. Давай, Макс, тогда резюмируем, готов ли к продакшену и закончим. Как я и говорил, готов, но осторожно. Можно, но осторожно. Да. В принципе, какие-то прям не супер огромные проекты уже можно. Ну, давай разделим, например, проект с нуля, какой-то существующий проект такой небольшой, либо прям вот монолит какой-то такой. Не монолит, а просто ну, такой, миллион строчек миллион, кода. Да, там, типа, миллион пользователей. Да, проект с нуля, там, с нуля, стартапчик и миллион пользователей. Можно, с нуля можно, в принципе. Единственное, что кое-каких фичей не хватает, но они вот-вот уже подъедут, анимация навигации мне прям этого не хватает. Небольшой проект можно имплементировать уже, то есть у вас там фрагменты и по фрагменту прям вставлять, и навигацию не придется ломать, то есть если там читеры не используют, то можно использовать. Кстати, что ну, большой проект 100% уже многомодульность, я думаю, что новые модули уже можно что-то писать, но тоже опять же тут от навигации зависит, и опять придется делать фрагменты, поэтому... Можно какие-то отдельные элементы делать. Насколько высок риск, что если я буду сейчас делать какой-то экран, да, какую-то фичу, что мне чего-то не хватит в Compose? Ну, кастомные какие-то вьюхи тебе не надо делать, ну, то есть ты их на Compose будешь делать, это легче. Ты имеешь больше контроля. А Flutter можно вставить в Compose? Минимально, на самом деле. Ну, если в композе что-то нету, то на Flutter сделал. Flutter же можно выбрать проект. На самом деле минимален, потому что на крайняк ты можешь использовать обычные вьюхи. Но даже здесь, когда я писал, сам layout manager. И как тебе? Он layout, ты имеешь в виду? Страдал? Ну, неприятно. А здесь проще, прям сильно проще. Я на вьюхах ни разу не было необходимости, а здесь что-то я подумал, а как это делается, типа, о, прикольно, и прям сравнил две вещи, ну, сильно проще. Ты имеешь в виду свой relative layout, типа, писать? Нет, layout manager для... Ну да, да, что-то. Так, круто, давайте я, прежде чем завершить, два технических комментария оставлю, таких... Первый я уже сказал, все в Slack. Второй, ну, мне кажется, тема интересная. Будем еще собираться на мероприятиях. И вот хочется рассказать про мероприятие, связанное с композом, которое хочется провести в ближайшее время.
То есть сделать такой контест, на котором дается макет, и надо на разных технологиях заколбасить макет максимально близко, максимально быстро. И я думаю, мы это мероприятие либо летом можем провести, либо в рамках DevFest'а, и ну, постараться сделать его максимально масштабно, то есть чтобы вместе с другими комьюнити, с там, разработчиками со всей России, с разных городов, в рамках GDG такая возможность есть, и она достаточно простая. Вот, нас, это просто можно как куча фана от этого получить, какие-то призы, наверное, выиграть, то есть мы можем там, тем, кто сделает это быстрее других, чем-то прикольным наградить. Ну, наверное, тут самое главное фан и изучение технологий, и вот именно за счет такого формата можно сделать это глобально, позвать ребят с разных городов, обменяться опытом, может, даже где-то гуглеров. Там, в принципе, сегодня вот ребята из Гугла, я когда был экспертом, там со всеми ими пересекался, общался. Ну, в целом у нас Google отношения хорошие. Давайте что-нибудь такое глобальное засетапим. Вот, ну, у меня есть идея такого контеста. Можно быстрый опрос общественного мнения? Кому было бы интересно в качестве участника прийти посмотреть? Поднимите руки. Прийти посмотреть. А в качестве того, кто готов колбасить сам? На композе. Уже? На композе. Нет, в смысле, тебе дают макет, на тебя все смотрят, и ты колбасишь. Кто готов к этому? А, лайфхакер? Ну, да. Ну, в смысле, участие в роли, ну, спикера какого-то рода, да? Только твой спич — это твой код. У меня будет такая тачка, если на композе написать? Подожди, не... Есть кто хочет? Прям хочет. На композе? Да. Или всех людей, которые не умеют на композе, чтобы они фигачили на композе, а кто умеет на композе, фигачили на флаттере? Не, можно вообще по-разному. То есть здесь хочешь фигачить на флаттере. На самом деле можно фигачить и на классическом андроиде, на XML. Можно так. На XML хочешь. Вот. Я на React Native тоже можно. То есть мы берем все фреймворки вообще, какие есть. iOS, Swift UI, да, там и этот... Какой там у них вылетело из головы? SnapKit, популярный для UI. Берем Android, XML и эти, Compose, Flutter, React, React Native. Ну, в принципе, Angular, наверное, не берем. Ну и все. И делаем кучу. Ну, это же, мне кажется, максимально интересно, что именно между разными технологиями посмотреть, пообщаться. Вот, короче... Подробнее про это еще поговорим чуть позже. И осенью у нас будет DevFest в Омске. Долгое время не было. В этом году хотим провести. Сейчас начинаем уже готовиться. То есть вот мы со стороны GDG, со стороны Effective, ну, как максимально топим за то, чтобы это прошло. И там, ну, с нашей стороны есть люди, которые уже занимаются организацией и будут заниматься. Соответственно, давайте тоже на автопати обсудим, кому что было бы интересно. То есть у нас, по сути, ну, два основных вопроса. Ну, я так скажу. Во-первых, эта конференция будет либо бесплатная, либо там почти бесплатная, грубо говоря, 100 рублей будет стоить. Контент будет офигенный. И, ну, по идее, вот нам очень интересно услышать, что кому было бы, какие темы были бы вам интересны. И мы, соответственно, будем, исходя из этого, программу модерировать. Ну, и хочется по андроиду сделать отдельную секцию с очень хардкорными, интересными, классными темами. У нас есть бюджет на то, чтобы позвать мощных, интересных спикеров. Плюс у нас в Омске, ну вот, банально, вот перед вами сидит Макс, который, по-моему, вообще incredible эксперт по композу. Вот, поэтому есть возможность сделать классную программу. И давайте обсуждать, давайте вместе думать. И если кому-то интересно там поучаствовать в организации, тоже присоединяйтесь. Классный опыт, интересная работа, возможность со спикерами намного ближе познакомиться за счет этого. Ну и, соответственно, если кому-то интересно сделать доклад, то тоже welcome, тоже намного интереснее, чем быть просто участником. Вот, ну и, соответственно, как я сказал, Макс, спасибо тебе большое за сегодняшний доклад. Было прям вообще, я как будто на Google I.O. побывал. Только на русском все, и просто как будто ты в Гугле работаешь и так все про композ этот рассказываешь. Я хотел тебя сейчас спросить, сколько ты сам потратил часов
на то, чтобы вот настолько в теме разбираться? Много. Ну, примерно, можешь оценить? Ну, вообще с композами начал знакомиться еще на, по сути, поздний альфа был, почти. То есть это был декабрь, наверное. Какого года? Предыдущего. Ага. Да. А потом...